О, у всех разные кораблики. А, да, у всех разные кораблики. Чем мы летим? Нет, на миссию это. Да, я сейчас смотрю, какую миссию. Есть патрол какая-то миссия или по Они сюжетной же тебя общей? обозначают, конечно, по сюжету пошли. Сюжетную, ну ладно. Вон там Давай по прям. сюжету. А, восьмой. World Grave я взял. Hearthstone. Да, давай так. Правда, войнка нет, поэтому мы сейчас просто посмотрим на красивые пейзажики. Не А ты знаю, какой не купил знаю. корабль? Ну, по счету он какой там был у торговца? В смысле по счету? Ну, так, по названию не помню, вот какой он там. Ну, первый, второй, третий счет, верно? На Луну. Где-то четвертый. Наверное. That ghost we recovered found a library in their fortress called the World's Grave. It's said to hold everything they know of Earth. If you can get us down there, I'll steal all I can. Ты читаешь, да, Кирилл, все понимаешь? Читай, читай. Сюжет. Кстати, да, новое что-нибудь узнал, кроме того, что есть гигантский шарик, он инопланетного происхождения. Нет, не узнал. The World's Grave is deep in their fortress. But according to the ghost we found, there's an ancient knight who protects it. I can lead us to him, but you'll have to face him to find the grave. Это новый байк, да? Побыстрее. Я думал, вы можете быть скромно. Привет. Что это вообще? Куда идти? Ваня, вернулся? О-о-о, тут уже файт. Я сейчас вынесу. Пифа. Иди пока что. Уж поубиваю. О боже, о боже. Пробует он, сучка. Ты ж не один, что ли? Говоря, не один, да. Че там, идем, да, идем. Где вы все? Да, я не знаю, что я ловлю тут. Наверное, вы тоже на миссии, что ли? А вы где ходите? Вы тоже на миссии шел? Я в самом начале. Нет, я остановился в Сталхаусов. Я же сказал. Ну ладно. О, что это снайпер, куда вы его поместите? Где тупин только? Сейчас я убью, но они не могут. О, Ваня подошел, красавчик. Вообще, как это, ну-ка, не знаю. Ну это просто у него распан. Да, ребят. Что-то нам не подсказывается. Так, вот. Что, он еще не что еще? Нет. Ничего. Отлично. Вот пошла сюда, хоть бы хотели сюда сходить, когда не пошли. Да, да нельзя было. Вот лифт. Оу, ты что, не смог там на него пойти? Я рискнул, все. Я хотел тебя вернуть, но... With all sorts of chambers and catacombs. Так, ну уже тут, чё, чё, чё. Кирилл, а что мы с тобой играли, что ты тоже бордер второй, всё, помню. Да. Что, я сюда вперёд убегал, да, и ты... Да, Кирилл, тебе это знакомо тогда. Единственная игра, которую я помню, мы проходили в одном с тобой темпе, это этот, Guardians of Middle-earth. Блять, там, наверное. Которая тоже была клинч. А почему я могу прыгнуть просто по мысли, нельзя? Помню, помню, конечно. Война на севере. Я понял. У меня два спомни. О, враги, враги, враги. Да, хую, блядь. It's a whole problem,
серии. Вижу сам. Да, летает. Да. О боже. Ебаный чип. Еще раз. Дай. Воу-воу-воу-воу. Блядь, это не тихо, ты раз. Не завалили его, нет? Да, не завалили его. Почти. Все как? Засоел. Все? Молодец. Ух, какое тут. Видимо, это пришли где-то. Чё, там какие-то ворота. Ну, что, знаешь? Да, я рад. У меня зачем? Подождите, подождите, не ходите, не ходите. Ладно, пока мы тихонечко сделаем. О! А когда тебе его нет, скажешь, что ты делаешь. Ну где там, друзья? Ты не видишь? Там еще какая-то штучка есть, которая снимает. Блин, какой угол? Блять, а че Кирилл не выглядит? Все, это не меня тоже выглядит. Руку можно, в принципе, и не поднимать, причём. Алло, ребят, стойте, не идите вперед, не идите вперед, не идите вперед. У нас, понимаете, мы прессуют, блядь. Что? Нас тут прессуют, у нас... А у нас там вроде никого не было, нет, нет? Хуёли. Мы тут до этого зала. Не было ролика, говорю? Нет. Да не было, не было. Надо он, когда меня выкинул, у меня какие-то странные изображения начались. Андрей стал из телевизора звучать почему-то из наушников. А потом... А я? Ты, не знаю, ты, наверное, молчал. Сам не хаштара, а он тут прям истерик. Вот и я. О, мне за вас приедете. Мы тут как раз зачистим все, какой-нибудь ролик. Не надо что-то чищать. Я на кинологи смотрю. О, а Андрей, ты всех убил, что ли? Кайф. Да. Кайф. Night is near, and it's powerful. But this night holds the key to finding the grave. We'll have to kill it. Ёб твою мать! Что там происходит? Оу, они шмаляются. Некроны, блядь. А, они шмаляются. Просто не шмаляйте в этом. Они шмаляйте. Почему вы шмаляете? Почему врага не шмаляете? Почему не шмаляете? По врага шмаляйте. Я врагам, я по врагам шмалял. Он не дрищал. Он меня уже по шарика советовал. Идите ко мне, кто-нибудь живет. Ты же драма, не драма, ты же. Кил, дробаша, ты серьезно? Кирилл, у тебя нет другого оружия? Где? Вот, да. Да не на. Я умер. Живи!
Да, они же не там были вообще. Надо тут. Грива. Вон, ведь хочешь меня спасти, да? Давай, я верю в тебя. Я же не смею. Но ты не хочешь убить. Просто хочу. Это же не пулемет, оказывается, это хуйня мне нравится. То есть как это пулемет, но он очень медленно хмаляет, это очень мощно. Кирилл, ты в ПВП с ним бегал, да? Да. Так, ну, ночь. Кто-то есть. Зачем? Да, бойцы. Да, это можно просто перепрыгнуть. Мы знаем, мы туда идем. Где? А, да, ну, а, бойцы. Не видят, твою мать! Не дохуяли! Их там нифига не слышно, не слышно туда. Я Андрей, что ты нахуй? Может перепрыгнуть, может перепрыгнуть. Ну я так не делал, там вначале слился же, сразу же. Я забыл это что-то, да, в том числе. Визер товарищ. Вот у вас там визор. Визор сдох. Визор не 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 сдох. Давай, да, они появляются, что ли, я не могу понять. Вроде же один бегал, уже второй бегал. Да, убил, значит, убил, ребята. Да. Извините, пожалуйста. Это уже репость занимал. Да я далеко где-то распаунись. Да. Нет, ты не знаешь. Да. Да, визор 2 у тебя. Да знаю, я шултану по нему. А визор того нет? Всё, кайф. Кайф, делал. Кстати, вы подобрали какой-то идол, парни? Мне что-то дали. Ключики, что-то там, где-то что? Нет, кейм выпал с досака всем. Ну да, да, да. Я пришёл, подобрал какой-то... Ну, сейчас. Black Wax Idol. В инвентаре? Угу. У меня нет ничего. Слушай. Эта хуйня превращает в это, в денежки врагов, которых я там подстрелил. А? Ага. Так, ну что, идем дальше? Угу. Потом перед босаком заезжу. Пишите, парни, мы угрохнули. Ага. Привет. Ебать! Что там? А, я подниму. Поднимаю, Ванёк, не респаунься. Кайф, подниму. Куда нам надо идти? Я за тебя вообще-то. Или вы обследователь хотите, или что там?
Ну что, пошли, ладно, плесь. Слишком. Угу. Потом тут побегаем, перечаем. This should lead us right to the grave. The world's grave, not ours. Ведь это придет нас к могиле, но не наш. Я хуй, выполнили все. Все помню. Это бафос-то. Ой, нормально. Кто бафос? Ты фул баф. Что там за проход? Что там за проход? А, вы все уже убежали. Подождите меня только. Я только проверю, что за проход, и все. Блять! Ваня там уже... Охуенно! 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 Вперед бежать! Закидали. Он самоубийца, что ли? Это не кадрики. А. Вот в каждом... Блять, челлендж сломанный какой-то. Ну, похера. Жопу твою! Слушай, они чего там жижат дают? Жопу жижат? Да не умерал, да. О, там какие-то новые враги. А, нет. Что новый, все старые. Да. Сидели там. А, может. Ой, они убивают, они все новые. Я, блядь, не слабый партизанку. Все. Меня тут не было. Оу. Да, вы... Я укрылся. Ох, я вам что такое? Так, ну, да. Оу, нет, да. Если ты то... Поднимай. Поднимай. Надо залечь на одну. Ребята, рыцаря. Давай, отлично. Ну ладно, до купашки приеду, до купашки. Всех тут живал. О, я вижу. Кто еще? А, он один все. Я пускаю. Вот эта хуйня, а могила мира. Так запустил. А, теперь да? Ну, хорошо. Убить всех врагов. Есть конец? Может, вышли? Травы полезли, блядь. Мазафак. Но... Но мы здесь не будем собираться. Да. Они как...
Okay, I've got it all. There is unbelievable stuff alive. The Hive has seen thousands of worlds taken by the darkness, and they've been seeding Earth for centuries, waiting for their gods to return. I'll warn the city. Let's get out of here. А кто теперь хост? Не знаю. Я шуки, меня вот... Да похую, вроде хосту не передавали. А, Андрей, наверное. Я хост. Он первый. Лазочку. Почему не зеленый? О, что... О, бицуха! Заявись, бицуха. Так хреновая. О, РПГ-вчику Андрей хороший дали. Нет, такой... 81 хуй. На землечку, да? А вообще, кстати, заметил, Андрей, что тут мало зеленого. В Бетти было намного больше зеленых. Да-да-да. Уникальных. Куда сейчас? На что ты хотел? На землю. На землю? На землю в башню или на землю? Ну, на или землю? Нам не надо. В башню нам надо поместить, нет? Да мне бы пригодилось, кстати. Ну, давай, ну, значит. Челлендж. Да-да, точно челлендж, да, давай на этот. Окей, сейчас полетели на... О, Кирилл уже 11-й, фак, чё-то ты меня перегоняешь вообще. А чё вы мне опыта не дали, мне опыта не дали? Тогда нет, наверное, когда вы там кого-то убивали, мне не дали. Что сейчас хорошо. Ну и хули. Где-то всё равно нас перегонял. А, мне снайпер распознать ещё, да. Ой, блядь. Ты, кстати, бицуху позволяй, бицуху. Всегда никто не против, если я без всех, если вы не можете поиграть в PvP. Чего-чего? PvP? Да. Ну, я один, играть. Если вы не можете, когда... Сильно не отрываюсь. А, ну окей. Не, так, не сегодня я играю, а вообще все время будет звонить, я в любое время могу. А, ну окей, да. Вот, пожалуйста. Ну хорошо, даже когда они летят, можно... Немножко копаться. Ой, всего лишь, да. Ну и ладно. Земля. У меня, кстати, тут что-то горит возле вот этого робота, но я не могу взять это. Это у тебя слота для челленджа, нет? Ты челлендж дай какой-нибудь, это он дает особый челлендж, который у обычного мужика нет. Сейчас да. Kill to enemies. Отлично. Poison right. Он там все слышит, понимаете. Да-да-да, ты был прав. Так, и что-то... Нет, я сначала бы на инвентаре тут покопался. Револьвер можно апгрейдить. О, уберись. Стабилити меньше, но зато перезарядка. Базочка. Так, подождите. 81, поэтому ты мне не нужна. Хотя бы там сметку вина.
все дела закончены? А, я вроде, да. А, я хотел сколько денег у меня посмотреть. А, да. Я все, короче. Звонил, ты все? Вот он, 21 левел. Я сижу за тобой. Куда ты возвращаться на ум? Давай. Ой, нет. О, у меня кто-то приглашение кинул. Ну да ладно. Я не покину вас пока. А, Андрей, не начинай что-то вместе, мне кажется, сейчас. Чего сейчас? Меня... Ты пропадаешь. Подожди, пока смеси. Или все. Пропадаю. Я говорю, меня сейчас выкинет. Меня сейчас выкинет. Окей, окей. Так, а нет, вот нормально. Там что писали, внизу появляется плохое соединение с сервером. Ставь нормально, все, больше не появляется. Все, поехали. Ну да, вроде бы. Как миссия называется, на кой мы? Не знаю. Как миссия называется? Сейчас уже поздно, наверное, смотреть. Да, уже поздно. I've been combing the Cryptarch's records for anything on the Temple of Crota. Listen. Long ago, the moon fell to Crota. She wielded a sword so dark it drained whatever light it touched. Now, о, сейчас, кажется, мне с мечом будет миссия, Андрей. Да? Нет, в промежутке. Вот промежуток говорят, тут меч есть, рукопашный. Че, он тебе... Ты будешь с мечом бегать, да? Нет? Авань. Я титан, кажется. Кирилл будет с мечом бегать, так там... Я хотел взять меч. Зачем он с ним бегать? Чего, все? Нахуя? The only way to destroy the swarms is to kill its makers, the swarm princes. One of them is said to guard a ritual site near the helmet. We'll challenge him first. Я первый раз возьму. Это тоже красненький. Слышь, Кирилл? Там от обстоятельств будет зависеть, Андрей. Нет, не от обстоятельств. Да, это что, я первый раз. Я только духи делаю. Что? Андрей. А, фак, чё же? Слышишь, Кирилл, я первый беру меня, слышишь? Ну, что бы ты ни стало, я первый возьму. Не убить всякие глупости, я обижусь, ты смотри. У тебя второй босс будет, так что? The ritual site is up ahead. Тем более я ДД, я всегда люблю мечи. И ДД, и ближний. Подождите, отойди. Андрей, постой, дальше не едем. Ждем. Посмотрим, что-то съесть. Что, байк быстрее покупал, да? Байк. Да, 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 уже не другой. Guardian down. Да, и он... Шмалял, пошли, там сидим. Пошли, я там сидим. Сейчас, подожди. А, ты всех добавил? Кого не добавил? Я его подниму там. Поднимай. Спасибо, что нужно быть в этой пещерке. Смотри, тут все сидят. Нет, не тот, тот. Пока тут возле себя. Врагов убиваем. Где же тренер сомнений? Общий ротушка. Угу. И ничего, как всегда. А что? Да ладно, даже ГОСТа нету. Ты посмотрел? ГОСТа нету? ГОСТов я не особо замечаю. Там у нас по ГОСТу. Ну-ка, а тут. О, тут еще одна пещера. Может, тут что есть?
Ну, тихо, не открывай, не открывай, мне не открывай. Точно копия этой пещеры. Знаешь, такое ощущение, Кир, что первая туча пещер, и какой-то одной из них на локе рандомно стал тебе спаун за сумму. I hope you're ready. Откуда меня прилетело? Вот, тут именно, иди сюда, Анёк. Чёрт. Чё там? Автомонте, ты ёбаный байк. Чё там, Кирилл? Смотри меня, босс какой-то. Опа, пришла. Ты можешь пощадить меня. Так, вот в этой пещере, да, что-то есть, чувак, Андрей, зачем Андрей, Ванёк, кто эти, иди сюда, а то эти исчезают. О, как вы далеко. Куда ты далеко, ты нахуй не убегай, куда я был. Я рядом. Что, открываем? О, гелий! Тебя нужно еще на углом разговаривать. Всем добре? Шикарно, погнали. Нихуя, ты вверх. А вниз вверх, ты не заходил, ты еще? О, боже, только не басан. А вот. Ну, что? А, ой, сейчас подниму. Нет, что, а тебя подниму. А, нихуя, сразу не могу переходить. А вот он ведь найдем тут. Ну, второй, если я не ошибаюсь. One down. I'll lead us to the other. Ну это был мой. Ну ладно. Кто был смакой? Меч, парни. Это мой, он мой, слышишь, Кирилл? Нам что-то ехать куда-то надо. Нет, а, да, надо. Да, а потом уже будет твой меч. Офигенно, что? Вместе держаться, знаю тебя, вместе. Сейчас меч мой возьмешь, как власти. Успокойся, боже мой. Власти тоже договорились, давай не будем друг друга, окей. В домик забежали, взял, завалил меня, что это? Да. Кричу ему в микрофон, это я, ой, Андрюша, это ты, ну ладно, добьи тебя. Нет, в домике мы чисто пвпшили, так что я помню все моменты. Понимаю. Самое время подходит, парни. Да.
Я подниму. Угу. Хорошо, кай. Нет, супер чат, если что, я и приму его. Так, ты заболел? Ну хоть, я же не собирался. Кто это? Смотрите. А, нет, он их хвал. Добейте его! Тут есть челлендж, да, блин. Набрать 9 еще опыта не умеет. Я не умею. Да? Оу. 9 тысяч опыта. Можно просто легкие это миссии переиграть. Окей, пошлите. А там просто мало опыта дают. Что, легкие миссии по 20 за врагами. Вот в конце миссии тебе 2000 дадут. Да вы офигели. О нет. Он убивает. Ёб твою. Сверху. Меня. Славка. Нифига я моё. Clear them out. Спасибо. Фух. А вон и меч, Андрей, хочешь, бери. Только там визард. Ну, ничего. Меч, говорит, стоит на полу, если хочешь, бери. На полу? Ты должен визард. Да вон, ты же стоит, ты же спрашиваешь. Можно сначала визард? Давай возьмем, а? Да я и говорю, а вот ничем, как ты возьмешь. Grab the sword. That should lure them out. Grab the sword, давай. Careful. Its power is dark. Потом одолжишь. Потом одолжишь. Анимации разные, что так. А, разные, разные. Ну да, разные, да. Вот и как. Оу. Не надо мне расходиться. С одного удара убивает. А как его кидать? Нажимай что-нибудь. Guardian down. Lots of movement all around us. The princes are coming for the sword. Ты можешь показать мой меч, так и быть. И меня убили. Нет, нельзя, бля.
Андрей, меч. Владька. Он что-то Валентин называется. Да? Это Валентин. Кирилл, возьми меч. Возьми его. Возьму сейчас. Давайте. Зачем я покажу? Я дойду пока от него. Так, а какой кнопкой? Ближняя атака. А, из ближних тоже можно? А, так и да, разные удары. О, он меня не смог, не смог сделать. На, тварь. Заходил, заходил. УВТ. Офигенно. Есть, поднимаю. Спасибо. Ничего, иди. Вот, бегу, бегу. Кидай ничего. Это хуже. Я сейчас нажал эту. А вы его, блядь. Видишь, что говорю? Я сейчас нажал эту, я сделал с мечом. Мечом? Вырезка. Да, ладно. Ну, не была утром. Прыжка. Прыжка и почистить хп с ней. Ой, мелкий, мелкий завалил. Ну, опять я хочу сейчас пробую еще раз. Вот она. Нет. Так, мечик дать кому? Давай мне. Да ёпта, заебал! Ой, я тут сейчас... Спалю, спалю, сюда, Андрей! Фак, двери! Я взрыл кого-то? Нет. Иди, поднимай, поднимай. Давай, давай, как. Красавчик, спасибо. Я не могу, я не могу.
They say that was one of the most powerful weapons the Hive ever wielded against us. The Cryptarchs won't believe this. Лол. Как бы нам сейчас пизды не дали по прибытии в город. Почему? Ну там сразу что-то Криптархи в это не поверят, потому что нечего уничтожить. А Криптархи это те, которые энкрипты. Вообще кто людей не подумал. А люди в городе пизды дадут. Хороший, хороший. Ай. Это сейчас в найти все говном обливают ее. Не, все. Так, где я? Где? Опять сапожки. Такие совершенно, о боже мой.